конечно, я понимаю, что есть зазоры между аквариумом и твоей судьбой. Нам интересен не аквариум, а ты. Есть место, я чувствую, что это не придумано. Ну да. Это пик твоей карьеры как резидента в горном отеле. Можно его назвать? Нет, нельзя. Нельзя. Давай так скажем, что все, что делалось реально... Ну, давай отойдем от этого. Я тебе расскажу механизм, как это. Ты поймешь, ну, ведь отели, они все одинаковые отели. Я тебе расскажу, как это делается. Если ты поймешь, как это делается... Ну, на наш похоже? Конечно. Ну, вот, обыкновенный отель. То есть, что делается? Мы ищем отель, где, допустим... останавливаются постоянно. Мы проверяем по книгам небольшие отели. Мы ищем тот отель, который продается. Продается не от хорошей жизни. Правда, да? Мы ищем по отелям, вот этот продается, этот. Ну давай там прямо покажешь каждую деталь. Где бар, где как, конкретно. Ну, если ты мне дашь какой-то отель, я тебе покажу, как это делать. Да в наш спустимся. Пожалуйста, давай. Сюда. Вот, смотри тот угол. Вот садись, тот угол, вот садись. Вот это именно тот угол. Точно тебе говорю. Сюда? Не, вот дальше в угол садись. Сюда? Да, дальше в уголочек. К окну? К окну. Вот там ты и сидел. Представь, что ты там и сидел. Теперь, отсюда что я делаю? Я прямо захожу и вижу тебя там. Ну, не подаю вида. Иду прямо сюда. И беру маленькую, совсем стопочку здесь заказываю. Совсем маленькую. Так, чтобы... Понимаешь, самое главное, в чем заключается. Мне нужно один раз глянуть на тебя, и чтобы установился такой искрой, такой контакт. Понимаешь, я вот беру эту стопочку, так вот раз. Вот чтобы... Я должен это почувствовать, и ты должен почувствовать это. Раз. И все, я попил, и все, и я ухожу. Больше я ничего здесь не делаю. Вот поставил, я похожу. Все, я ухожу. Все, но завтра я возвращаюсь. И вот когда завтра я возвращаюсь, я вижу тебя там, я заказываю большую кружку уже. Теперь большую кружку, я повторяю, поворачиваюсь к тебе, и ты должен меня узнать. Понимаешь, все заключается в том, что ты должен меня узнать, И знаешь, вот по-человечески ты должен как-то меня... Вот так я на тебя должен глянуть, чтобы ты меня пригласил к себе. Понимаешь, и я со своей кружкой, я потихонечку улыбаюсь, вот так вот. Я иду к тебе, я сажусь вот сюда с кружкой и говорю, ну, здравствуйте. Я тебе представляюсь. Да, ты представляешь, что я представляюсь. Мы берем эти кружки, мы так раз, и мы пьем. Вот это контакт, понимаешь, это профессиональная работа. Так и должно быть, да. И ты начинаешь уже, или нет? Нет, я не начинаю. Я начинаю пить. Мне ничего... То есть сегодняшний день, наш первый день моей работы, одна электрическая искра. Второй день мы под имени начинаем друг друга узнавать, мы начинаем говорить обо всем, ни о чем. И все. Завтра будет работа. Завтра. Вот мы уже с тобой напьемся, завтра я буду вербовать. Сегодня что я делаю? Самое главное – установить твой интерес. Чем ты интересуешься? Чем? И все. Только я начинаю. Много-много у каждого человека. Ну вот здесь... ты говоришь завтра. Ты да. Надеешься, что он будет здесь? Да, ты конечно. Ты знаешь, что здесь есть что-то еще. Где-то это будет дольше. Нет, смотри. Во-первых, здесь есть место. Там люди танцуют. Вот там они ужинают. Здесь они пьют пиво. И вот я уже... Своей психологией я вижу тебя. Я знаю, что завтра ты там будешь ужинать. Я это знаю, ты не будешь пить пиво. Я не знаю, почему. Я не могу это объяснить. Я знаю, что ты там будешь завтра ужинать. Я там буду завтра. Вот там я тебя завтра возьму. Вот такое. За горло. Годами меня этому готовили, понимаешь, ты чтобы я. Все... Нет, я просто разведчик.
и мы начинаем разговаривать. Вот это все так просто. И в этот день, когда мы сели и стали пить пиво, мы не говорим ни о чем серьезном. Мы пропускаем все. Мы говорим о погоде, о чем угодно. Мы просто пьем пиво. То есть первый день – это искра, это контакт. Второй день – мы становимся, ну, знакомыми. То есть уже я могу похлопать себя по плечу, вот что... Это задача второго дня. Похлопать тебя в конце, сказать, ну давай, старик, завтра, может, и так далее. Вот, вот к чему, и если этого я добьюсь, то я буду спать спокойную ночь, что я хорошо работал, что все обстоит нормально. Конечная цель этой длинной и сложные программы взять как паук этого человека, какова? Дело вот в чем. Не этого конкретно человека. Идея совсем другая. Идея заключается в том, что есть американская база, британская база, французская база, и там 15 рядов колючей проволоки, и никак ты туда не зайдешь. Но поэтому мы берем его вместе, когда он выходит, понимаешь, это... Есть мышь, которая в норке сидит. Вот ее там в норе не возьмешь. Вот когда она выходит, мы ее берем, эту мышь. Поэтому в любом месте, любая база военная, любой объект, который нас интересует, он всегда имеет какие-то смежные объекты. Ну, допустим, вот есть, допустим, КГБ. У КГБ есть пионерский лагерь, где детки отдыхают. Тут есть у них где-то теннисный корт, куда они ходят. Есть какие-то места. То есть любой берем объект... Ну, американский 6-й флот. Есть какое-то место, какой-то, дом отдыха, какой-то ресторан, куда один побывал и сообщил ребятам, говорит, вот хорошее место, они туда начинают ходить. Мы это ищем. Мы это ищем и накладываем свою лапу. Вот это место, вот место, вот место. И в этом месте мы их берем. Понимаешь? То есть, может сегодня один, может другой, может третий. Мы их изучаем. Это наша мышеловка. Одна мышь, другая мышь, третья мышь. Они там появляются, мы их изучаем, мы их берем. Моя работа заключается вот в чем. Мне нужно установить контакт, я должен с ним разговаривать. То есть, все заключается в том, чтобы с ним разговаривать. И все, понимаешь? Только разговаривать и все. То есть, мы этого человека... Я когда с ним первый раз встретился взглядом, потом мы попили, и третий день, кажется, что это, господи, там одна секунда, две секунды, две минуты, три минуты, но это огромное нервное напряжение. Вот теперь мы сели, мы начали с ним разговаривать. Ну, как мы с тобой. Как мы с тобой сейчас, да. И моя работа вот в чем заключается. Объясню тебе технологию. У каждого человека есть какие-то... ценности. Я не должен, когда я с тобой разговариваю. Самое главное, что я тебя должен слушать. Сейчас я говорю, но в нормальной жизни, если я тебя вербую, я не говорю, я слушаю. Понимаешь, вот единственное, чего я должен научиться, я слушать тебя должен. Я должен тебе закидывать одну тему, другую тему, третью, ты на какую-то тему клюешь. Я знаю примерно, какие темы интересуют людей. Этих тем совсем мало, совсем. Мы начинаем здоровье. Тебя интересует здоровье. Я знаю, что тебя интересует. Правда, да? Правда, да. Вот тебя интересует твое благосостояние, твое будущее. Тебя интересуют, может быть, деньги. Деньги в том смысле, что это твое спасение. Или, может, ты видишь свое спасение в спасении души.